этот влог с вечерним Ереваном. Пойдем, сейчас все покажу. Расскажи, как ты грешишь перед сном. Как тебе пятничный вечер? Отлично, потому что много ходили, зашли в наш любимый бар, а сейчас купили наши любимые пирожные. Да, у нас уже появились любимые местечки. Как бы мы ни хотели попробовать что-то новое, пока что никак не получается. В общем, как только я сделаю уклад, и мне есть что сказать. Такой влог. Приехали на маркет. Сегодня я расплакалась, потому что совсем скоро у меня день рождения, и всегда перед днем рождения у меня такой некий кризис. Значит, я начинаю анализировать, думать о том, что получилось, что не получилось, с кем я, где я. А кто это тут рядом со мной? Как отметить день рождения? Поделитесь в комментариях. Наверняка я не одна такая, кто, так скажем, загоняется. Безумно соскучилась по своему брату и вообще по всем своим близким и любимым людям. Но мы не расстраиваемся. Все получится, все будет супер. Обязательно. Да, давай поговорим про планы на рождения. Что в итоге? В итоге понятно, что мы с 4 на 5 едем с тобой в отель. В городе Лежан, где свежо, хорошо, да. Плюс на территории этого отеля есть парк. Я думаю, что мы просто отдохнем и насладимся временем и тишиной. А на пятый мы пока ничего не решили, но думаю, что что-нибудь интересное будет. Это как всегда, обычно в последний момент что-нибудь интересное происходит. В комментарии подруга написала о том, что расскажите, вообще поделитесь, как прошел период адаптации. В Ереван мы прилетели 16 мая, за 2 дня благодаря родственнице нам удалось найти квартиру. И действительно, все происходит благо, в легкости. Еще нам очень повезло с арендодателями, и мы тотально находимся в заботе, поэтому в этом отношении все супер. Что касается фото. Алина нашла самую лучшую студию йоги, и мы весь месяц ходили на йогу. Сейчас я взяла абонемент на акцию, плюс мы приобрели коврик. И, соответственно, я буду дома заниматься пилатес с Алиной йогой. Да, потому что так комфортнее, не нужно тратить время на дорогу. Еще один важный фактор – это как мы проводим вечера. Вечера и выходные. Есть социальные сети, в которых можно найти программу на всю неделю, куда можно сходить. Вообще на любой вкус мероприятия. С Алиной мы уже посетили очень много различных выставок, в том числе это и балет, можно сказать, и винный фестиваль, и много всякого другого. Один из запоминающихся – это праздник Вардавар, когда просто вся Армения обливалась. В этот период еще у нас оставалась подруга моя, которая пролетела из Питера, поэтому нам этот день точно запомнится, потому что это реально что-то новое. Культурная особенность в отношении вот таких мероприятий, она тоже присутствует. Например, есть такое мероприятие, оно проходит только летом, в последнюю пятницу месяца, когда танцуют народные танцы, собираются на каскаде, участвуют
также туристы. Мама уже один раз попробовала, станцевала. Очень понравилось. Такие интересные мероприятия они сближают. Скажи мне, пожалуйста, а ты хоть раз грустила за все это время? Хотелось тебе вернуться в Москву? А то ты так много говоришь, как здесь хорошо. Давай по-честному. Здесь действительно хорошо. Когда скучаю, когда общаюсь со своими подругами, друзьями, своими близкими, только сегодня. А как раз таки, да, я уже говорила, что расплакалась. Потому что привязанность, потому что это чувство. Действительно хочется, наверное, какие-то моменты разделять со своими родными людьми. Вот. Поэтому я думаю, что это нормально. Это имеет место быть, но мы с тобой, как взрослые и ответственные люди, понимаем, что это было наше осознанное решение переехать на какое-то время в новую страну, точнее, на твою родину. Поэтому это интересный период в жизни, который нам дан, за что мы благодарны. Поделись своими чувствами. В один период, ты знаешь, я болела. Полторы недели я пролежала, Алина заботилась обо мне. Так, выходит, старая программа менялась мышление. А совсем недавно, буквально на днях, я поняла про смысл обновления. Потому что мы с Алиной в настоящий период времени выстраиваем новые коммуникации, создаем новое окружение, и иногда хочется кому-то пойти в гости, даже вот так вот. Благо, у нас есть, да, родные, кому мы можем сходить, но еще хочется познакомиться и приобрести, выстроить, может быть, новых друзей. Да, новых друзей. Понятно, что мы ценим, любим всех наших друзей, с которыми мы постоянно в контакте. И, как правило, мы выходим на видеосвязь, потому что, когда ты видишь человека, то еще теплее становится на душе. Да. И здесь дополню мысль этого обновления. Очень интересно. То есть, получается, у тебя есть уже определенный опыт, кейсы, отзывы, статус. И теперь все это нужно осуществить здесь, в новой стране, в новом пространстве. По сути, ты это все должен применить, только уже в некой новой форме. Поэтому это новый для нас вызов, определенно кейс, который мы сейчас постепенно, шаг за шагом осуществляем. Поэтому мы высматриваем такие мероприятия, где была бы возможность действительно приобрести вот те новые связи, которые помогут нам дальше продвигаться. И здесь самый главный момент – самореализовываться в новой для нас стране. Еще выполнить некую тоже миссию, то, о чем мы с тобой говорим, быть действительно полезным. Ну да. В своей сфере получается. Поэтому про адаптацию, наверное, как-то так. И, кстати, был еще один очень интересный вопрос от твоей менти. Мне задали вопрос, ваши отношения, нам написали, что вызывает восхищение, это посмотрели наш с тобой первый блок-ментон. Написали следующее, понятно, что вы на новом пути, взаимная поддержка, но как почувствовать ту тонкую грань, когда нужно пойти своей дорогой, пусть и параллельно, чтобы не упустить чего-то своего личного. У нас у каждой своя дорога на сегодняшний день, и каждый самореализовывается с точки зрения набора компетенций. То есть, если у тебя маркетинг, у меня менеджмент. Мы это с тобой разделяем, мы это понимаем. И Алина сегодня самореализуется как наставник по СММ, я самореализуюсь как ментор по развитию как раз и составлению, да, траектории развития, работая с людьми. То есть, у нас у обеих разные дороги. В принципе, у каждого самореализация у каждого своя, так да. Но это не мешает нам создавать что-то совместное. И мы сейчас как раз работаем над совместным проектом, где усилия каждой, компетенции каждой будут применимы. И я думаю, этот проект сделается благодаря нашим навыкам очень сильным с точки зрения тех, кого мы будем обучать. Им просто очень повезет попасть на наш проект. Когда нужно пойти своей дорогой, пусть и параллельно. Ну, например, смотри, ты, предположим, не знаю, влюбишься, либо тебе предложат такую работу, от которой ты не сможешь отказаться. Как ты поступишь? Пойду своей дорогой. Вот. Скорее. Ну, в любом случае. Понятно, что если у меня здесь
появятся определенные обязательства, тогда, конечно, я не смогу, да, все оставить в один день и просто сказать: мам, до свидания, я тут, знаешь, улетела куда-нибудь в другую страну. Прежде здесь, наверное, очень важно понять сам момент и обстоятельства, которые будут, да. Но если я буду понимать, что, условно, да, ничего там меня и никто не держит, тогда, конечно, в этом отношении я могу смело идти, так скажем, своей дорогой. В принципе, да, что мы сейчас делаем, как сказала мама, каждый самореализовывается через свои направления, да, при этом мы вместе. Сейчас можно что угодно визуализировать, вот, но положение дела сейчас такое. А нет, пробили, что мне забыли. Продолжая вопрос адаптации, очень важно для женщин найти мастеров. В Телеграме я нашла женский чат, он есть в более чем 100 странах, и там, мне кажется, можно найти ответ на любой вопрос. Поэтому я нашла мастера в классном салоне. Мама уже к нему ездила на покраску волос. И перед днем рождения я решила тоже обновиться. Правда, не на покраску, а просто на стрижку. А еще сегодня мы вечером поедем на свадьбу к родственникам. Поэтому таких два классных повода для того, чтобы это сделать именно сегодня.